больше того.
accept eggs in school? Love mine. So do you want to go ahead? Do you have leather? Okay. Pay for my man, it's okay. Thank you. Three for 26, please. Thank you. All right. That one out. All over there. Thank you. Get bags. Big bags. Thank you very much. Thank you very much. Так, друзья, вышли из магазина, который называется Lidl. Перчатка такая специально на руки надевается, чтоб хлебушек когда берешь. Да, был. Вот, сейчас находимся на Мальте. Здесь ситуация такая. Дело в том, что вот здесь находится вот магазин Lidl. Вот он. Это европейский магазин. Немецкий, если я не ошибаюсь. Но дело в том, что кроме этого Lidl здесь нету ни одной такой именно сети. О, люди едут на моря. Нету ни одной сети в плане продуктовой. То есть много магазинчиков, но они такие маленькие магазинчики, и в них цены дороже, чем в этом Lidl. Я сейчас просто посмотрел. Примерно так говорю, потому что точно там определять не буду, но примерно цены получаются. То есть все стоит дороже, цены выше, чем в других таких простых магазинах. И такой сети именно как Lidl или какие-то другие, там, Carrefour, еще какие-то, Ашан, типа такого, здесь, на этой Мальте, именно местные при том сети, да даже и не местные, вообще даже другой здесь нету, только вот этот Lidl есть. Единственное, что мне показалось, там чуть дороже, и я думаю, что они не такие вкусные, как на этих лавочках, это фрукты. Вот эти помидоры, огурцы, вот я сейчас там смотрел эти помидоры специально. В основном, такие обычные, которые помидоры, они гнилые какие-то там лежат. Ну как гнилые, уже загнивающие, будем так говорить. Вот, а здесь большое количество вот таких вот, видите, вот эта машинка стоит. Вот типа вот такая машинка подъезжает. Может быть даже это тоже фруктовое, сейчас посмотрим. А нет, или он уже закрылся, или это другая. Одним словом, вот такая машинка подъезжает, и фрукты они на улице выставляют. И вот эти фрукты, они, во-первых, вкусные, во-вторых, цены у них дешевые, низкие цены. Единственное, есть места, где дешевые, есть места, где дорогие, то есть, опять-таки, смотря в каком месте. Но, в общем, на Мальте ситуация такая. Вот, поэтому, если хотите так по-крупному закупаться, скажем так, не как вот я сейчас просто чисто для того, чтобы по магазину прогуляться, а именно... то, естественно, лучше ездить в этот Lidl, и все сюда именно на машинах приезжают, то есть так нормально затариваться. А если так, чисто по чуть-чуть, то можно и в таких магазинчиках, которые на улице, они дороже, но специально зато ходить не придется в этот Lidl. Такие вот дела. Сейчас мы находимся в городе, если я не ошибаюсь, в городе Валетта, я точно не знаю. Дело в том, что сам город Валетта, он как бы чуть-чуть в той стороне лежит, и или же я еще нахожусь в этом городе, просто уже вышел чуть-чуть на окраину его. Или же уже
как бы вышел в этот город. Ситуация. Так, что в правую сторону. Здесь, как видите, жара стоит, людей очень мало, если кто-то есть, то или на море, или просто за продуктами, или еще. То есть такого движения нет. Но вечером все проснется, и жизнь пойдет своим ходом. Будут гулять люди, прогуливаться пары, старипанчики, пенсионеры, молодые. Вон автобусы едут современные, которые в любой момент могут сломаться. Такая нормальная мальтийская вещь, что если едешь в автобусе, он может сломаться. Там, или еще что-то может случиться, или шофер может поменяться, плохо ему может стать. В общем, что угодно. Также я заметил, что в этих автобусах у них разборки такие бывают иногда. При том, что между самими людьми, так и между этим водителем и пассажирами. Такие, ну, естественно, до мордобоя я не видел, не доходило. Но такие перепалочки не раз случались. Вот цена билета 2,60, если на весь день берешь билет. И 2,20, если в одну сторону берешь. Такая вот Мальта у нас. Единственное, что с этими автобусами удобно, что они практически везде есть. То есть в любой точке, скажем так, если тебе куда-то, откуда-то надо доехать, то автобусы ходят. Очень много маршрутов здесь. И вещей таких не бывает, что надо куда-то далеко идти, потом там на автобусную остановку, потом ждать автобус. То есть таких историй нету. Регулярно, постоянно, часто ходят. О, что себе, здесь какая-то интересная у нас башня стоит. Как в Бразилии, или как в этом, не Бразилия, а где это было, в Лиссабоне. Вот такая, то ли церковь, то ли часовня, что-то вроде этого, с часами. Часы у них везде неправильно работают, я сейчас на данный момент не знаю, правильно вот именно эти часы или нет, но столько раз уже заметил, что в автобусе, что на улице, что где-то еще, в любые вот эти вот общественные, скажем так, часы на этой Мальте никогда точно не показывают. Возможно, что на этой башне и показывает точно. У меня сейчас с собой нету для проверки. Телефон оставил. Закругляемся в этом райончике. Пойдем дальше мы. Такая вот Мальта, своеобразная, потихоньку привыкаешь, вот здесь уже когда чуть-чуть уже здесь нахожусь, как бы уже живу, скажем так, потому что если вы поняли, если вы смотрите Анзор ТВ, то стараюсь в каждом городе или в каждой стране, хотя бы по крайней мере не просто приехать посмотреть, а чуть-чуть пожить, окунуться в атмосферу, чтобы не спешить, не напрягаться, то есть пока самому не надоест, скажем так, чтобы пребывать в стране или в городе. Вот. И когда сюда прибыл, чуть-чуть меня это напрягало, это Мальта, потому что не мог понять, не очень понравилось. Вот. В основном вот из-за таких вот мусорок разных, грязи, таких непонятных вещей. Но человек ко всему привыкает, и сейчас я привык, уже понимаю много здесь, что происходит. По-другому, скажем так, немного отношусь. Очень даже неплохо. Пляжи, вот эти вещи, кому это нужно? Я уже это говорил на видео, но кому нужно, здесь с пляжами, с такими вещами, как бы проблемы, можно сказать. Лучше ехать на другие курорты или в другие места, где, если ты хочешь просто полежать на пляже, потому что вот люди сюда даже приезжают, которые им показываешь эти пляжи, которые тут есть, но они реально ужасны. Грязь стоит, вот, или же камни, маленькие кусочки, а описывают их там великолепный пляжик, бесподобные красоты, вы там будете наслаждаться и так далее, и так далее. Это когда читаешь описание там в интернете, потом смотришь, и ты понимаешь, что ты, в общем-то, находишься на этом. То есть это и есть тот пляж, который описан в интернете, но он, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
такая вот вещь. Ладно, друзья, пока буду выключаться, экономить батарею. Смотрите, Обзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на Мальте.